концентрации не хватило в первых. В первом периоде там пропустили такие голы, и во втором только в первой смене, там во второй смене мы пропустили. И, ну, подтянуть надо игру в меньшинстве, да. Надо на это внимание уделить. Со стороны показалось, что в большинстве очень много было лишних движений, не хватало скорости, остроты. Согласны с такой оценкой? Ну, наверное, там тренер нам подскажет, я не выходил в большинстве, не могу ничего сказать, я только следил. Наверное, не хватает бросков, мы катаем их по периметру, туда-сюда гоняем, а как сбивать голы, если не бросать ворота? Сегодня такие страсти кипели, особенно в концовке матча. Откуда столько эмоций на предсезонном всего лишь турнире? Ну, для вас он предсезонный, а для нас это каждая игра, это попадание места в составе. Много новичков в команде. На ваш взгляд, насколько уже сложился коллектив, та самая команда, где один за всех и все за одного? Или это еще только предстоит? Ну вот, мы как раз этим занимаемся. Всю игру мы друг за друга стояли, бились, и надо было подраться, и выходили, дрались. С 0-2 сегодня вернулись. Есть характер у команды? Ну, раз вернулись, значит, есть. Не надо было просто упускать этот момент. Когда Скаф сказал в конверт, вы часто играли против Барабанова. Насколько это сложно, почему не вы? Ну, так тренер решил. Это не сложно, там просто надо сделать шаг вперед, чтобы не дать передачу пройти и дать защитнику бросать. Но у нас первые два раза они у них и проходили, и они забили. Хорошие голы, нам надо на это внимание уделить, когда будем играть в следующий раз. Сегодня «Авангард» очень неудачно действовал в неравных составах. Мы трижды пропустили, играя в меньшинстве, и ни разу не забили в большинстве. Вот за считанные дни, оставшиеся до чемпионата, что можно успеть изменить в этом игровом компоненте? Для этого мы и проводим эти матчи. Все в лиге знают, насколько СКА силен в большинстве. Они его получили и заставили нас поплатиться. Мне кажется, у нас многое получалось в равных составах, но по спецбригадам соперник был лучше. Почему в большинстве вы всегда используете двух защитников? Потому что сейчас, как мы чувствуем, это наилучшее решение для нас. Почему команду покинул Виталий Меньшиков? Что вас не устроило в нем? Такие решения принимаются всей организацией и не касаются того, что нам нравится или нет в человеке. Мы смотрим, насколько игрок подходит к нашей организации. У нас есть хорошие молодые защитники. А к Виталию мы чувствуем самое глубокое уважение. Он большой профессионал, мощная личность. Мы почувствовали, что не сможем постоянно включать его в основной состав по ходу сезона. А в его возрасте он заслужил шанс играть стабильно. Если он не играет за нас, мы должны дать ему возможность играть где-то еще. Планируете ли вы уже по ходу этого турнира попробовать в деле Мурыгина? Не думаю. Он некоторое время не катался, сегодня тренировался один с Сергеем Звягиным, и завтра будет тренироваться также. Возможно, мы увидим его на льду вместе с командой послезавтра. Вы много говорили с арбитрами по ходу матча и после него. Что вы им сказали? Я многое слышал о матчах в Санкт-Петербурге, а это мой первый визит сюда. Так что было много интересного. We'll be right back.